Задумываюсь. Задумываться должен тот, кто дает приказы. Они где людей берут? А, с других структур понабрали, что, снег упал или что-то, а, уронили, бросили ткань. Потому что у него муж, он, ну, они врачи, да, он был все время в военном госпитале, он там был начмедом, но он, видимо... Кадровых, как они подбирают кадры, понимаешь, я не знаю. Понимаешь, он по возрасту, сразу, ну ему сколько? Ему получается, так, это вот мне, сколько мне, 36, ну, 41. Он по должности не мог уйти на пенсию, он был подполковником минимум. Да. Может, он как-то досрочно, он почему-то тут в Росгвардии. А в Росгвардии есть. Кем-то по медицине. Какая есть нахер под... медицина? Им что, мало медицины, да, вокруг, что ли? Есть. Каждая, так, ему тут бабла платят какие-то вообще нереальные деньги. Каждое общевойсковое подразделение имеет, всегда так было, имеет свои ведомственные какие-то подразделения, отвечающие за медицину, за снабжение, за какое-то обеспечение любое. Ну, так принято, да? То есть это способность, жизнеспособность самой структуры в военный период существовать. Она должна быть автономна. Если она выполняет специфические приказы, структура должна быть автономна. Вот, допустим, есть ФАПСИ, да? Правительственная связь. Формально они как бы Министерство обороны, но это отдельная служба, и в ее структуре тоже есть медучреждение. Если ты хочешь построить жизнеспособную структуру не только в гражданское время, но и в военное время, чтобы она выполняла свои функции. Борьба с бандитизмом, условно, у Росгвардии задача. Нам направлено. Силовое подавление мятежей, беспорядков массовых. Как они вот такого молодца на периферии нашли? Он вообще... Ну, вот эти все структуры, они же тоже их не создают с нуля. С нуля это долго создавать структуру, ее обкатывать надо. Естественно, привлекаются кадры, уже работавшие в системе. Соответственно, это система МВД и система Минобороны. В систему Минобороны, помимо всех, входит еще и ФСБ, и тоже ФАПСИ, то есть там очень много служб. А в МВД входит внутренние войска. У нас в государстве отсутствует структура, которая оперативно может решать задачи внутри страны эффективно. Ну, ее не было. Смотри, а лампочка-то загорелась. Какая? Ну вот я вижу отражение двух. Видишь, да? Да. Я не виновата. Одинаковая интенсивность. Ну, на меня не надо. Вообще не хочу. Нет, ну это знаешь, как возможно? На кочке. Да, там же разрыв, контакт замыкается и он спаивается при наличных движениях.